Ну и где сейчас Леночка? На горе большой. Как называется? Не помню. Тахталы. Тахталы. Какая высота? 23,60. 2000. Не помню. 365. Это фуникулёрчик, на котором вы поднимались, да? Человек на 80. Кабинка такая. А потом покажешь на приближении, откуда поднимали? Да, сейчас я удалю все это. Ну, вот там аж нижняя станция. Ты покажи его. Кажется, таким маленьким вообще. Маленьким. Ну да. На самом деле он такой не маленький совершенно. Вот он под нас заезжает. Вот такое зрелище. Для фото? Да. Тань, пойдем на ту сторону, смотри, как мыс видно. Будь здорово. Смотри, сюда видно. Такое в дымке. Там кафешка, сейчас мы будем пить кофе там. Да, да, я тебя немножко поснимаю. Сейчас, я снимаю тут. Вот тебе горы показал. Сейчас. А сзади лысые горы. Спасибо, постараюсь. А вон написано Олимпос Телеферик, Тахталы, 2365. Камера Анталия. Красиво. Ты птичка. Птичка невеличка. Улетела. Ой, красиво вообще. Еще ветерок. Шикарно. Я смотрю, это сколько градусов здесь. Двадцать два. Внизу 35. Ой. Да? Ну, я думала, тут минусовка вообще будет. Чё ты так думала? Потому что я думала так. Ну, что, пойдем вниз? Да. Может, ты не ту сторону покажешь или не покажешь? Какую? С той стороны. Ну, где-то вот там за горами живем мы. Там Анталия дальше. Классненько. Покажи. Да. Приближаешь? Уже удаляю. Там как аэродром, видела поле? Ну да, похоже. Взлетка. На гольф поле. Может, я тебя вот так вот пофоткаю, хочешь? Пофоткай.